Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. Новинка – послабляющий батончик с ценными пищевыми волокнами. Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Здравствуйте, о погоде на завтра, 27 июля, расскажу вам я, Галина Юмашева. 27 июля погода разделит Алтайский край на две части – солнечную и дождливую. И хотя жарко будет на всей территории региона, весь день солнце обещает согревать жителей восточной части края. В Алейске – плюс 30, в Бийске, Заринске и в Белокурихе – плюс 29, в Змеиногорске – 33, в Тальменке – плюс 28. Жителей западной части региона солнышко тоже порадует своим присутствием и высокими температурами, но к вечеру здесь ожидаются дожди разной интенсивности. В Камне-на-Оби плюс 29, незначительные осадки. Такая же ситуация в Рубцовске, только столбик термометра здесь поднимется до плюс 34. В Кулунде плюс 33, во второй половине дождь с грозой и порывистым ветром. В Славгороде плюс 31, переменная облачность, вечером возможны осадки. В краевой столице ясно, днем 28-30 градусов, ветер восточный 2 метра в секунду. О погоде на этом все. Тепла вам и хорошего настроения. Всего доброго.